Ну, в состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов, которые превышают предельно допустимую концентрацию для человека. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь. 14 из этих веществ являются наркотиками. И человек, который сосет ядовитый табачный дым, он является обыкновенным табачным наркоманом. 196 ядов, они почти сразу в легких всасываются в кровь. И защитная реакция организма по всем сосудам происходит спазм. И вот человек затянулся, сразу раз, спазм сосудов. Выдохнул, сосудики отходят, еще траванулся, спазм отходит. И вот мы посчитали, в среднем курильщик за 8 лет около 1 миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы у человека укрепляются, вот от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. Каждая выкуренная человеком сигарета – это гвоздь, который он забивает в свое собственное сердце. А если человек еще при этом и употребляет алкоголь, то это совсем уже никуда не идет. Алкоголь, он сворачивает кровь, и вот эти сгустки крови начинают закупоривать места, где сосуды разветвляются. Идет закупорка сосуда, сосудик раздувается. И тут он еще и берет и делает затяжку. И при очередной затяжке эта стенка может не выдержать и прорваться. И произойдет кровоизлияние. Если это микрокровоизлияние произойдет в мозге, то болезнь эта называется микроинсульт. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, болезнь эта называется микроинфаркт. Поэтому вот алкоголь плюс табак – это уж точно гарантированно быстрая и верная смерть. И вот человек делает затяжку, сосуд спазмирует, выдохнул, отходит. И вдруг при очередной затяжке спазм может быть настолько сильный, что сосуд схлопывается. Происходит облитерация, схлопывание сосуда. Если эта облитерация произойдет где-то во внутреннем органе, в печенке, в селезенке, в желудке, организм может с другой стороны подвести кровь, там разветвленная система сосудов. Но если эта облитерация, схлопывание сосуда, произойдет в пальце руки или в пальце ноги, с этой-то стороны неоткуда подвести кровь. И у человека начинает развиваться очень быстро болезнь, которая называется облитерирующий эндартериит. В народе она называется ноги курильщика, а последняя стадия, когда эти ноги отрезают, называется гангрена. Если не успеть отрезать ногу, то человек может умереть от общего заражения крови от гангрены. Фильм «Белое солнце пустыни». Там свою последнюю роль сыграл замечательный русский актер Павел Успекаев. Помните, за державу обидно, таможенник Верещагин. Хочешь, мы заплатим золотом! Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Так вот, Павел Успекаев был неодолимым курильщиком. Неодолимым. И у него в 51 год началась гангрена на левой ноге. Ему отрезали левую ногу. Причем врачи сказали, будешь продолжать курить, отрежем и правую ногу, и обе руки. А он отказаться от табака так и не смог. Кстати, на съемках «Белого солнца пустыни» он уже снимался на протезе. И продолжал курить. И прямо на съемках, а они снимали в Прибалтике, на дюнах этот фильм, у него начинается гангрена на правой ноге. Его не успели довести до госпиталя, чтобы отрезать правую ногу, он от этой болезни умер. Самый лучший вратарь 20 века, вратарь республики, наш вратарь, Лев Иванович Яшин. И даже фанаты «Динамо» не знают, от чего он умер. Оказывается, Яшин был неодолимым курильщиком. Он в 13 лет пошел во время войны на оборонный завод и там пристрастился к табаку. И всю жизнь не мог отказаться.
И у него тоже на рубеже 50 лет началась гангрена на левой ноге. Ему левую ногу отрезали по самый пах. И сказали, будешь курить, отрежем и правую, и обе руки. А он от табака так и не смог отказаться. Продолжал курить. Через 9 месяцев начинается гангрена на правой ноге. Он 3 дня не давал отрезать. Когда уже потерял сознание, было поздно. Он от этой болезни умер. В нашей областной клинической больнице в городе Новосибирске я посмотрел, сколько там молодых людей отрезают руки-ноги. Это просто какой-то ужас, понимаете? Просто какой-то ужас. Поэтому я бы хотел обратиться к молодым людям, которые сосут этот ядовитый табачный дым. Поверьте, в молодом возрасте намного легче отказаться от этой губительной привычки, чем потом, когда уже будут руки-ноги отрезать. Придется, так сказать, выбирать между жизнью и этим самым табаком. Дело в том, что, скажем, очень отрицательно влияет табак на потенцию мужчины. Очень. Кстати, у курильщиков это одно из самых распространенных заболеваний. Импотенция в самом, так сказать, зрелом возрасте. Японские врачи, они обнаружили, что каждый год курения у мужчины на 1 миллиметр сокращается размер его полового члена. 10 лет – это сантиметр. 20 лет курения – это уже получается тряпочка. То есть там уже нечему, как говорится. Это проблема из проблем. Вообще страшно видеть молодого человека с сигаретой. Но когда я вижу девушку с сигаретой, у меня внутри вообще что-то холодеет. Я вот провожу по всей стране и за рубежом курсы по восстановлению зрения. И на эти курсы разные люди приходят. И вот как-то в Москве после вот такой лекции про алкоголь, про табак, я их читаю в рамках этого курса, как главные враги нашего здоровья и зрения. После этого ко мне одна женщина подходит и говорит, Владимир Георгиевич, я врач-акушер. Вы когда-нибудь видели, как происходят роды? Я говорю, нет, не видел. Она говорит, ребенок в утробе матери находится в специальном кожаном мешочке. В этом мешочке находятся околоплодовые воды, а в этих водах растет, развивается плод ребенок. Накануне рождения ребенок прорывает этот мешочек, уроженицы отходят в воды, а потом и рождается сам ребенок. Но иногда, она говорит, ребенок не может прорвать этот мешочек и рождается прямо в мешочке. Мы про таких говорим, родился в рубашке. Мы, говорит, тогда вскрываем этот мешочек. Если беременность у женщины протекала нормально, мы видим светлые воды с приятным запахом, и там розовенький ребеночек в них лежит. Но если женщина в процессе беременности курила, либо ее обкуривал идиот-муж, мы, говорит, вскрываем этот мешочек, оттуда, как из пепельницы с окурками, тяжелейший табачный дух. Воды мутные, грязные, вонючие, и в них синий, полуживой, асфиксия, кислородное голодание лежит этот ребенок. Она говорит, ну хоть бы раз в жизни, но вы покажите по цветному телевизору, как рожает курящая женщина. Ни одна девушка после этого эту отраву ко рту не поднесет. Ни один молодой человек даже думать ей об этом не позволит, чтобы эту табачную отраву сосать. Кстати, табак – это первый шаг к более сильной наркомании. Исследовали в Голландии 10 тысяч наркоманов и выяснили, ни один из них ни сразу не стал героиновым наркоманом. Все начали курить, употреблять алкоголь, а потом уже, когда этой дури не хватает, все потянулись за наркотиком. Все 10 тысяч. Кстати, идет человек по Москве, идет реклама алкоголя, а внизу мелкими буквами написано «Употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Поворачивается реклама табака, а внизу еще более мелкими буквами «Употребление табака вредит вашему здоровью». Но если человек что-то сам сознательно делает, что вредит его здоровью, такой человек нормальным не является. В психиатрии есть соответствующий диагноз, который называется шизофрения. Но есть люди, которые уверяют,
Я курю, и мне хорошо. Я пью, и мне прекрасно. Это еще более серьезное психическое расстройство, когда человек наносит вред своему здоровью, а из этого еще извлекает удовольствие. Такое психическое расстройство называется мазохизм. Поэтому запомните, мы живем среди алкогольных и табачных шизофреников и мазохистов. Причем эта позиция не моя, это позиция Всемирной организации здравоохранения. Нам иногда говорят, вы трезвые люди, экстремисты. Я говорю, нет, мы не экстремисты, мы экстремалы. Мы живем в самой пропитой, самой прокуренной стране мира и пытаемся детей и внуков спасти от уничтожения. Мы экстремалы. А вот те, кто народ скуривает, спаивает, вот это и есть самые страшные экстремисты, фашисты, террористы. И петля по ним еще плачет. И за те миллионы, десятки миллионов, что они в могилу загнали преждевременно, ответ с них будет спрошен. Это вне всякого сомнения. А, кстати, кто заинтересован в том, чтобы люди курили? Вот кто заинтересован? Близкие, родные заинтересованы, чтобы их отец курил и в конце концов инвалидом стал или умер от этого табака на 10-12 лет раньше, чем он бы мог? Да нет, конечно. Государство заинтересовано, вот мы все, чтобы люди курили и умирали от того. Нет, в этом заинтересована только одна. Это производители и торговцы табаком. Это мафия табачная. Именно против нее и надо направить весь гнев народа, потому что она-то и занимается и рекламой, и пропагандой табака. Вы возьмите, вот в этих фильмах ведь все герои положительно отрицательные курят, пьют, развратничают. То есть кто-то же это оплачивает, кто-то же это все внедряет. Вы посмотрите на эту рекламу табачную. Существуют мощнейшие мировые концерны наркотические, которые занимаются распространением табака. И вся эта реклама, которая идет, она направлена на наших детей, чтобы завлечь наших детей в эту табачную наркоманию. Вот в Америке этот герой Мальборо, который умер от рака легких, ведь он перед смертью покаялся. По всем телеканалам он обратился к американцам и сказал: «Люди, простите меня, Христа ради, скольким я людям мозги свихнул, затянул в этот табачный яд. Вот я сейчас подыхаю от табака, и вы все, что хотите, только не курите». Don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. А у нас что? Абдулов умер в 54 года. Умер Абдулов от рака легких. За день до смерти приехали телевизионщики брать у него интервью. Его 4 часа гримировали, чтобы он на человека был похож. И он выехал, его вывезли на коляске с сигаретой в зубах. Сами телевизионщики говорят: «Ты что, Саша, делаешь?» Он говорит: «А, все равно подыхать». Понимаете, ведь он же не покаялся. А ведь это был, как сейчас говорят, секс-символ. Сколько молодых людей с него пример взяли и затянулись в эту табачную наркоманию, понимаете? 44 канала у меня по телевизору в Москве, 44 канала, все 44 оплакивали его смерть. Но ведь ни один канал не сказал, что он с 10 лет непрерывно курил и пил. Ни один не сказал, причина-то в чем? Так вот в этом и есть. Ну так давайте на этом и заострим наше внимание, что да, вот он человек, пил, курил. Вот он в 54 года помирает, и ничего ни медицина, никто сделать не может. Хочешь помирать в 54 года? Иди за ним, иди давай, соси, вон он табак. Дешево, копейки стоит. Кстати, мы посмотрели, если в семье курит один человек, около 60% детей постоянно болеют. Если курят двое, здоровых детей почти нет в такой семье. Дети вынуждены дышать, а это пассивное курение, оно во многом для детей еще страшнее, чем активное для самого курильщика, понимаете? Он постоянно вдыхает этот дым, и на детский организм он действует очень разрушающе. Все вот эти вот легочные заболевания у детей, простуды и прочее, идут в основном от того, что курят их родители.
Кстати, главная причина у нас на сегодняшний день такой страшной табачной повальной наркомании среди детей – это доступность табака. У нас табачные изделия и алкогольные примерно в 5-8 раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Они же стоят копейки, понимаете? Они доступны. Ребенок вместо завтрака покупает пачку сигарет, идет, подражает Боярскому, Абдулову и всем другим этим ментам, которые по телевизору, понимаете, что курят, пьют. И нашим детям внедряют мысль, что это и есть норма жизни. Я не видел ни одного героя на телевидении, который бы вел трезвый и здоровый образ жизни. И это подчеркнуто было, что да, вот именно трезвый и здоровый образ жизни и привел к этому успеху. Одна пьянь, рвань, понимаете, курянь, а дети-то это ж смотрят. Дети же это смотрят каждый день. Вот вам и пожалуйста. Надо по максимуму от детей это убрать. И поэтому мы должны с вами говорить не о том, чтобы взрослые курили, не курили. Наше главное, как уберечь детей от табака. А детей уберечь от табака – это запретить рекламу, запретить пропаганду табака, вынести все торговые точки как можно дальше от наших детей, поднять цену на эти табачные яды. Хочешь, пожалуйста, травись, наркоман табачный, но плати тогда соответствующую. Деньги за это дело не по 10-15 рублей, а плати по 300 рублей за пачку. Иди, соси, ради Бога. Но уже ребенок этим не займется, студент этим не займется, молодому человеку это не по карману. Вот таким вот образом мы и можем создать общество, свободное от табака. Поэтому я еще раз говорю, это форма сумасшествия человека. Человек, который сам себя травит табаком, алкоголем, это сумасшедший человек. Вся проблема бросить курить – это проблема отказаться от алкоголя. Потому что бросил курить, не курит. При первой же пьянке этот бес алкогольный тут же тянет, все же вокруг сосут. И он тоже эту сигарету в зубы и после этой пьянки снова начинает сосать этот табак. Вот суть. Понимаете, это значит, человеку надо помочь избавиться и от алкоголя, и от табака, чтобы он всегда был адекватен, чтобы он понимал, что трезвый образ жизни, здоровый образ жизни – это пример для его детей, которые не потянутся ни к табаку, ни к алкоголю, понимаете? Это пример для окружающих, для молодежи. Вы осознайте свою ответственность перед детьми, перед обществом за эту, вроде бы, безобидную вещь, которая и вас убивает, и окружающих убивает. А радуется от этого табачная мафия. И я всегда вот беру, вот она сигаретка, вот такая вот маленькая-маленькая. И я ее рядом вот так вот ставлю в песочек и говорю, вон она сигаретка, а ты ее раб. Вот ты вот этой сигаретке раб, понимаешь, ты раб, ты без нее сдохнешь, на стену полезешь. Ну так ты выбери, все-таки ты человек или раб этой сигареты. Значит, надо раз, растоптал ее навсегда и забыл. Кстати, табачная наркотическая ломка длится всего порядка 2 дней. Через 2 дня уже весь никотин, яд выходит из организма, наркотик. И все, и дальше уже у него просто надо из головы выбить эту установку, что ему надо. Это самый важный момент. И это работает метод Геннадия Андреевича Шичко. Это психоаналитический метод, разработанный у нас в стране. Человек перед сном пишет установки, перед самым засыпанием. Табак – яд. Я прекращаю травить себя табачным ядом. Я волевой человек. Я перестаю быть рабом этой табачной соски, у меня восстанавливается здоровье, зрение. Вообще я становлюсь нормальным человеком. Табак в прошлом. Он во рту у себя поубивал вкусовые рецепторы табаком. А вот здесь вот в корнях горла остались вкусовые рецепторы, не убитые табаком. И вот мы рекомендуем человеку набрать полный рот дыма, не в затяжку. Запрокинуть вверх голову как можно сильнее, зажать нос, закрыть глаза и начать жевать этот табак. Причем жевать, как кусок мяса, и считать про себя живки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то на 9-10 живке у человека начинает резко меняться вкус дыма. Он становится кислым, противным, вот как окурок в писсуаре 2 дня лежит, вот такой. Но он дальше жует. 14-15. У него начинает першить в горле.
появляется позыв на кашель, неприятные ощущения, вот эти вот вкусовые рецепторы, что он их раздражает. Когда горло запрокинул, он открыл к ним доступ. После этого он вдохнул, выдохнул, откашлялся. И вот таким образом он сделал один, мы называем вонючий вдох. Второй, третий, а уже после третьего многих начинают кашель душить настолько, что аж до рвоты дело доходит. И вот он 2-3 дня пописал, что табак, яд он прекращает, что он свободен от этого рабства. И заодно 3 дня он себя протравил этим табаком. И у него уже на второй-третий день возвращаются те ощущения неприятные, которые были, когда начинал курить. Вот когда начинал курить, противно было. Вот эти вот ощущения возвращаются, и все. Очень опасно человеку много раз бросать курить. Дело в том, что когда он бросает курить, скажем, месяц не курит, у него начинают очищаться верхушки легких. Легкие становятся розовыми. Потом опять курение. Они опять забиваются вот этими канцерогенами. Потом опять бросил розовые канцерогены, а потом в этом месте начинает развиваться рак легких. Поэтому если отказываться от табака, то навсегда и на всю жизнь. Бросай курить, бросай курить, я тебе говорить не устану. Бросай курить, бросай курить, я тебя, дорогая, достану. Сколько можно об этом твердить? Бросай курить, бросай курить, сколько можно об этом твердить? Бросай курить, бросай курить, бросай курить.